Здравствуйте, вас приветствует компания «Электромотор», официальный представитель торговой марки «Педрола» на территории Украины. В данном видеоролике расскажу вам о насосе модели ПКМ-60. Это вихревой насос мощностью 370 Вт. Компания «Электромотор». Значит, как выглядит насос «Педрола» ПКМ-60? Оригинальный насос итальянского производства торговой марки «Педрола». Значит, в данном насосе идут пластиковые заглушки. То есть идут они на входе и на выходе. Диаметр патрубков составляет 1 дюйм, 25 мм. Также очень немаловажный вопрос, часто задают наши клиенты, какой шильдик на данном насосе? Значит, шильдик не наклеенный, это такая вот металлическая пластиночка, такая пластиковая пластиночка, не наклеенная, не бумажная. И она приделана такими вот заглушечками, да, как болтиками. То есть это оригинальный насос. На насосе здесь они стали делать уже такие вот красные обозначения, свою лейбу «Педрола», как торговый знак. Раньше такого не было, да? Ну вот это уже новые модельки мы получили на склад, новую партию заехали. И вот, как мы видим, вот такие вот стали уже делать они защиту на свои насосы. Также насос из чугуна, хороший качественный чугун. Покраска здесь идет качественная. То есть краска не отваливается, да? Не отваливается, не лучится. То есть насос не будет поддаваться коррозии, если он находится на улице, там где-то стоит в приямке на насосной станции, да? Вот. Насос, ну так как пример, здесь небольшой по мощности. Насосы этой серии могут быть мощности намного больше, с большей производительностью и напором. Вот. Все это есть у нас в наличии на складе. Надежда, покажи, какой у нас сертификат дается к ним. Здесь дается заводской паспорт. Покажи, какой проходим. Заводской паспорт. Значит, здесь указаны языки, на которых вы сможете прочитать инструкцию более подробно, как использовать данный насос. Какие-то печати на паспорте, сертификаты. Значит, вот такая вот. Ну, в китайских такого точно нет, потому что Китай такого не вложит. Здесь лейбы, характеристики полностью, описание на всех языках. Вот. А также идет заводская упаковка, которая качественно, плотно закрыта. Мы ее раскрывали, вы можете это увидеть в наших предыдущих видео. То есть никакой подделки быть не может. Настоящая Италия. Здравствуйте, мы приветствуем вас на складе компании «Электромотор», официального дилера торговой марки «Педрола» на территории Украины. Значит, представляем вашему вниманию широкий ассортимент насосов этой торговой марки. Мы поддерживаем самые ходовые позиции всегда у нас на складе в Киеве. Значит, здесь вы можете видеть скважные насосы, поверхностные, самовсасывающие, вихревые, а также насосные станции. Помимо насоса вы можете покупать у нас и автоматику для этих насосов. Значит, цены у нас оптовые. Большой ассортимент, всегда есть наличие на складе, доставочка по Киеву и по всей Украине.